естественно, знаем с вами, что на Новый год, когда вот все, да, там гороскопы, все о них говорят, и особенно восточный китайский гороскоп, 12 знаков, 12 талисманов для каждого человека, такой авторский подарок. Ваш знак какой? Вот мой, допустим, и Олесин, мы крыски, мы уже здесь нашли свой, и мы знаем, что он обязательно будет привлекать энергию положительную в новом году. А что у нас еще? У нас есть все знаки для телезрителей. Это год быка. Персонализированный подарок, который создан специально для вас. Это уникальное украшение, потому что это подвеска со знаком зодиака. У каждого знака свое изображение и свой природный камень. Первого порядка, первого класса. Посмотрите, драгоценные сапфиры, изумруды и рубины в наших подвесках. Это украшение люксовое, это украшение, которое создаст статусность. Посмотрите, с каждым украшением вы получаете паспорт на изделие. Это значит, что украшение качественное, украшение заводское, украшение крупное, яркое, заметное. И, конечно же, мне очень нравится, что эти изделия выглядят ярко. Ой, как интересно, правда. Причем здесь все, посмотрите, да, там и бычок, и петух, и собака, и крыска, и свинья у нас есть. Заяц, 3,5 сантиметра высота нашей подвески и, конечно, паспорта. Давайте их вот так покажем. Посмотрите, по три драгоценных камня сразу. Кстати, камни, да, они у нас в районе сердечной чакры будут находиться. Три рубина, три изумруда или три сапфира, которые, кстати, вот по дизайну напоминают целое созвездие, да, будто бы созвездие на небосклоне. И далее вот такой зодиакальный знак. Считается, что, кстати, зодиакальный знак придает уверенности и вообще влияет на характер человека. Мне очень нравится также, что сейчас год быка, и очень-очень считается хорошо носить драгоценные украшения, блестящие вот такие, да, из золота, серебра. Считается, что в год быка вообще нужно обязательно такие вещи носить, не снимать. Привлекать удачу. Привлекать удачу, действительно, знаете, как говорится, чтобы быть заметным. Слушай, ну так интересно, вот у меня подруга Ира, когда она в IT-компании сейчас работает, причем такой серьезный, очень серьезный, корпорации, и когда она искала себе работу, она тоже работала в компании, но, извини меня, на 70 тысяч рублей она меньше там зарабатывала. И сказала наша подруга, говорит, она сама психолог, я часто о ней рассказываю, кандидат психологических наук, она говорит: Ира, давай меняй свою жизнь, что ты думаешь? А она на первое собеседование, сначала ей пришло письмо в интернете, что они ждут на собеседование, она на первое собеседование, она надела только серьги, именно свой знак, она тоже крыса. И что ты думаешь, ей через 2 дня позвонили и сказали, вот на 70 тысяч рублей у нее зарплата выше. И знаете, как ей было страшно к Новому году взять, поменять работу, уйти вроде с того места, где неплохо платят, но хочется амбиций. Вот ты знаешь, кстати, что каждый знак имеет свое значение. Вот ты сейчас сказала про крысу. Каждый человек, который будет носить этот знак, обретет уверенность в любви и финансовую прибыль. А вот если посмотреть быка, да, например, быкам очень нравится консерватизм, значит, нравятся классические украшения, и он верен семейным ценностям. Поэтому хорошо, если в семье есть традиции. Вот у меня есть традиция дочке дарить украшения. Да. Я собираю ей целую ювелирную шкатулочку, ее приданное. Потому что я знаю, как ценно для девочки иметь украшения, которые тебе передали по наследству. Здесь же еще и магия камня работает. Это камни первого порядка. Ты представляешь, сапфиры, изумруды и рубины. Мне очень нравится, что сейчас вообще молодцы ювелирные заводы России, они изготавливают такие удивительные украшения, которые, ты знаешь, стали возможны к приобретению. Ведь всегда сапфиры, изумруды, рубины стоили таких денег баснословных и были всегда только в золоте и с бриллиантом. Ну а мы какие молодцы, что мы делаем вам такое предложение. Смотрите, я подниму сейчас, чтобы вы увидели цепь Снейк сразу же, да? И вот он, роскошный такой талисман, ваш амулет.
Мне очень нравится, что он выглядит отлично и с одной, и с другой стороны. Посмотрите, никаких потемнений, ничего нет. Носите с удовольствием. 40 длина вот так будет выглядеть, да? У меня длина 50 сантиметров самая, ну, классическая. Если вы женщина с пышными формами, конечно, выбирайте там 60, 65, 70, как вам угодно. В любом случае, выбирайте сейчас, потому что цена, вот она, 1299 рублей. Она у нас еще с утра была 1500 рублей, 1499. Мы снизили цену. Мы дали вам бесплатную доставку от 3990 рублей, чтобы еще больше тысяч наших телезрителей сделали себе подарки. Даже кто хочет, кто не может, кто думает, ой, деньги потратились на Новый год, подарки, кто не может себе позволить, да, втридорога, зачем это делать? Я тебе могу сказать, что деньги приходят только к той женщине, которая тратит их на себя. Проверено мной, деньги вернутся к вам. Вся эта покупка, она окупится, потому что лучшее вложение – это вложение в себя. Помните, в каждой из вас живет красавица.